Сезон катаний на собачьих упряжках вновь открыт. Ивановский зоопарк приглашает горожан с ветерком прокатиться на нартах, запряженных маламутами. Трасса проложена по периметру новой территории зоосада. Животные, натренированные в прошлом году, и опытный каюр, управляющий упряжкой, уже готовы. Открытие сезона в этом году перенесли из-за начала эпидемии, потом из-за холодов. Катания будут проходить в выходные и праздничные дни. С 12 до 13 взрослых и детей катают аляскинские маламуты консулы Грета, с 13 до 14 малышей прокатит красавец Брэм. Никаких ограничений по возрасту, только по массе тела. В день руководство парка разрешает определенное количество катаний. Цена новых эмоций и впечатлений – 150 рублей. С удовольствием. Даже просят повторить, но иногда идем на уступки, смотрим по собакам, как чего, даже немножко увеличиваем катание. Ну, хотят, нравится. Ну, привыкли все к лошадкам, там, к верблюдам, да, на собаках же здорово с ней прокатиться. И еще мы разрешаем тем, кто прокатился, обняться, сфотографироваться. То есть собаки у нас чистые, заболеваний нет, причем очень ласковые, любят людей.